Здравствуйте. Будем обрабатывать пройму косой бейкой. Наша задача, обрабатывая пройму, сделать так, чтобы пройма не топорщилась, а прилегала и красиво смотрелась. Что нам для этого нужно? Ну, во-первых, мы будем обработку косой бейкой делать еще на том этапе, когда боковые срезы не обработаны. Сейчас берем и делаем шов по краю проймы от одного бокового среза до другого. Делаем на расстоянии 4-5 миллиметра от среза. Вот я прошла, теперь хочу, видите, ткань сыпется, ножницами зигзаг немного сейчас пройду, уберу лишнее. И теперь буду брать за одну из нитей, возьму за верхнюю, например, можно за нижнюю, здесь разницы уже никакой нет. И необходимо немножко припосадить пройму. Вот берем, подтягиваем и распределяем. То есть мы должны ее не присобрать, а именно припосадить. То есть вот мы ее распределяем, чтобы сборок не было, но пройма была такая вот зафиксирована. Вот я ее вот так вот, видите, распределила. И утюжком я сутюжу. То же самое делаю по спинке. От края и прохожу. По переду часто пройма, вот эта часть отскакивает, не прилегает. А по спинке чаще всего верхняя часть, вот это может не ложиться. Поэтому здесь я распределяю больше вот именно по прогибу, а здесь буду больше распределять на верхнюю часть, вот где плечевой срез, чтобы здесь прилегало. Вот я слегка сутюжила. И теперь буду обрабатывать косой бейкой. Косая бейка заутюжена. Один край немножко шире, один край немножко уже. Широким краем прикладываю к изнаночной стороне. Вкладываем срез в косую бейку и делаем шов от одного среза бокового ко второму. Вот я уже пришила косую бейку. Я ее пришивала сразу без наметки. Кому надо, пожалуйста, делаем наметку, сначала приметываем, потом пришиваем. И теперь что нам осталось? Теперь нам осталось, ну, конечно же, нужно ее разутюжить в таком виде, пока еще боковые срезы не сточали. Я уже ее разутюжила. Теперь обрабатываю боковые срезы оверлоком по отдельности, потому что я их буду сейчас сточать и разутюживать. В разутюжку шов пойдет. Сделав шов в разутюжку, закрепляем края, чтобы они нам не мешали. И все, остается в этом платье обработать только низ. И кому интересно, можем посмотреть платье на манекене. И так как я и обещала, вот мы рассмотрим теперь уже готовое изделие на манекене, когда уже обработана и пройма, и горловина, выполнены карманы. Низ просто идет в подгибку. В описании к видео мы оставим ссылки на обработку горловины, как мы ее делали. Потом была обработка кармана, отдельное видео. И еще видео было о том, как необходимо раскроить это платье сразу на ткани. Кому видео было интересным, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!